Так называемый одесский эпизод инсталляции итальянского художника Жана Мария Тассати украсил Куяльницкие грязи. Композиция получила название «Мое сердце пустое, как зеркало». Автор необычной выставки уже несколько лет исследует процессы угасания западной цивилизации. Итальянец больше года путешествовал по Украине в поисках локации, в итоге остановил свой выбор на одесском Куяльнике. По мнению художника, пустой пляж символизирует украинскую реальность и отражает взгляды относительно будущего человечества. Одесский эпизод стал четвертым по счету. Ему предшествовали Катания, Рига и Кейптаун. В мае следующего года художник планирует представить новую главу проекта в Стамбуле.